Глава Искитима рассказал присутствующим о том, как реализуются федеральные и областные программы на территории города. Жители задали немало вопросов, порой не справляясь со своими эмоциями. Когда появятся новые аттракционы в парке имени Каратеева? Когда откроется аптека в Заречном микрорайоне и установят уличное освещение? На эти и другие вопросы Сергей Завражин дал компетентные ответы. В этом году были подготовлены вся проектно-сметная документация, все проекты. Со следующего года, с 18-го, начнется освещение улиц частного сектора. В частности, по вашему избирательному округу. Я могу сказать. Значит, ПСД на сегодняшний день сделано. Вот, в следующем году планируется освещение улиц новое. Дальше карьерная. Дальше канатный переулок. И это следующий год. 19-й год. 1-я, 2-я, 3-я известковые. Дальше. Тургенева, переулок Тургенева, улица Канатная, улица Крутая, переулок Казахский. И на 20-й год планируется Джамбула, Подгорная, Восточная и переулок Гоголя. Были и вопросы, требующие более тщательной проработки. Их Сергей Завражин поставил на контроль. Ответы на них жители получат позже.